Рецепт для тех, кто совсем не любит печенку. Я тоже ее не люблю. Но когда я приготовила эти котлетки, я сразу в них влюбилась. Всем привет! Вы на канале для семьи. Давайте же их готовить! А вот и ингредиенты. Подготавливаем печенку, хорошо ее моем и снимаем аккуратно пленку. Режем на кусочки. Лук и чеснок очищаем и тоже мелко нарезаем. Для того, чтобы было удобно измельчать блендером. Можно измельчить и на мясорубке, поставив в самое мелкое ситечко. В чашечку наливаем молоко, в него вбиваем одно яйцо. Взбиваем вилочкой и вливаем молоко с яичком к печеночке. Перемешиваем. Сюда же добавляем муку. Опять перемешиваем. И в конце солим по вкусу. Можете еще поперчить. Вылаживаем наши котлетки ложечкой. Жарим на разогретом подсолнечном масле наши котлетки на среднем огне по 1-2 минутки с каждой стороны. Жарятся они очень быстро, так как они тоненькие. И вот такая вот гора аппетитных тоненьких котлеток у нас получается. Обязательно приготовьте такие котлетки. Уверяю, это очень вкусно. Ну вот и все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал для семьи. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!